Кашворот, Зелик, Мира, Берег, Мирска. Услышала? Да, Кашворот. Доедь ты пока, нет еще перекрестка. Что ты тут пытаешься? Я хочу войти в ту полосу. Ну, ты видишь, у тебя пачка какая едет. Я бы он между ними зашел бы. Куда-нибудь там. Для этого бы скорости набрал бы. Ну или так уже. Разворот. Забыла. За. Не на нем, а за. Красный. Почему прям такие сложные задания не дают? Это что, сложное задание? Да. Да я вас умоляю. Сложное задание, это когда надо вьетнамцу объяснить, как тебе домой пройти, а он даже не понимает ни английского, ни русского. Вот это сложно. И ты хрен знает, где находишься. А это-то что, в родном городе? Тут не разберетесь в перекрестках, что ли? Мы же правила учили. Вот это перекресток, да? Это перекресток, за ним. Да, двигаясь по маршруту причем. Мы должны, не должны отходить от маршрута. Разгоняем машины, я вам подскажу. И всем подскажу. Не надо подсказывать. Не сама надо? Сама подумаю. Ну давай, давай, давай. На Павленко это уже чужой маршрут. Нет, давай подсказывай. Подсказывай, да? Правый ряд. Пристраивайся. Правый поворотник. Выключила поворотник, опять включила. И опять направо. Направо. Уходи по развязке. Притормаживай. Это разворот? А что это? Так можно было? Да едем сначала, едем, мы ее еще не сделали. Притормаживаем поворотник. Притормаживаем. Что здесь поворотник? Потому что поворот направо есть. И мы сюда едем. И поворот налево, точнее, тоже есть. Выезжаем. Газу в левый поворотник и выключи левый поворотник. Выключи. Все, теперь правый включаем поворотник. На меня. Наверх поедем. А что он хочет сделать? Перестроиться? Газу дай. Вот так вот. Сначала летят непонятно куда, потом поворотники включают. Въехали бы. Мы едем с одной скоростью, и он едет с одной скоростью. Вообще непонятно. Может, тогда мы газанули, чтобы он зашел. Пропускать я его не собирался по правилам. Так, выезжай. Выезжай, у тебя полоса своя. Вот сюда выезжай. Выезжай, выезжай. Левый поворотник включай. И при обоюдном перестроении ребята справа нас должны пропускать. Но они этого не делают. Так что всегда следи сама. Все, мы развернулись. Мы же едем в обратную сторону. Едем? Не подсказывай. А что, так можно было? Конечно. Так нужно было здесь.